Денежные премии учащимся. Школьники, показавшие высокие результаты в изучении математики, информатики и цифровых технологий, могут получить от государства грант в размере 125 тысяч рублей. Подать заявку на грант могут победители и призеры профильных олимпиад и конкурсов, проведенных в 2018-2019 учебных годах. Всего в 2020 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» планируется поддержать 850 обучающихся. Спасибо.